Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и это ваш любимый Майнкрафт от самого дорогого до самого дешевого. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я снимал больше Майнкрафта на канале. И начнем мы, наверное, пожалуй, вот эти дорогие мы уберем. Начнем, скорее всего, по дешевизне. Самый дешевый это Майнкрафт, которого я достал из игрового автомата, по-моему, там в толкайке за 25 рублей. То есть там 50 рублей всовываешь, два раза можешь играть. То есть 25 рублей, вот такая фигурка Майнкрафт. Надеюсь, она там жива. Она почему-то была приоткрытая. Может быть, кто-то ее там толкал так усиленно. Так, вот вся коллекция, каких фигурок вы можете найти. У меня даже какие-то из этих есть. У меня вот этот есть, по-моему. Еще какие-то есть. Ну, да ладно. Давайте же откроем нашего чувачка. Кто же нам выпал? А, ну это тот же самый Джек, который на коробке был нарисован. Нет. Рука улетела. Рука Джека улетела. Так, ее надо собирать прямо основательно. Смотрите, как. Прям вот так. Это вставляем вот сюда. Ой, ну опять же, это подделка на Лего Майнкрафт, и они, ну так себе. Такое себе. Ну, с другой стороны, за эти деньги, что вы хотели? Они стоят, наверное, я думаю, их можно за 10 рублей купить где-нибудь на садоводе. Но это не точно. Так, вот, собрал практически. Вставляю ему руку раз. Вставляю ему руку два. Руки как-то не до конца вставляются. А, вот. Надо сильнее надавить. Так, ладно. И он в руке держит какие-то золотые лопаты. Он у нас копатель. О, копает золото. Вот, золотыми лопатами. Это лопата или что это? Вообще напоминает это державу. Или это стрелы. Что это такое? Что у него в руках? Что это такое? И вставляем его на подставочку. Вот такой Лего Джек-потрошитель к Хэллоуину. Нормальный набор. Кстати, если хотите, чтобы я поснимал Лего Майнкрафт, пишите в комментариях, какие наборы Лего Майнкрафт купить на обзор. Я видел, там много новинок появилось. Так, далее у нас Лего... Как это называется? Это, опять же, подделка. Лего... Дотс, да? По-моему, Лего Дотс это называется. И здесь даже нету... Как ее открывать? Тут даже нет... За что дернуть? Так, открываем. Я не помню, где эту штуку купил. И за сколько я ее купил, интересно. Вау, тут даже наклейки. Ничего себе. Так, это что такое? Какая-то картонка. Вот он сам браслет. Потом идут в наборе, видите, наклеечки под Майнкрафт. Вот такие с рожицами, с какашками, со всякими блоками, с пальмами. И остается нам достать только сами... О! Ну, у меня такие штуки, кстати, есть. Но по Майнкрафту, по-моему, я таких штук не видел. И здесь вот нарисованы примеры, как вы можете собрать всякие приколюшечки. Так. Давайте сейчас мы как раз займемся сборкой. Наверное, я включу ускоренную съемку, чтобы все красиво это собрать. Чтобы вашего времени много не занимать. Давайте сделаем браслет Майнкрафт. Собрал я браслетик, не до конца я стал клеить наклейки. Наклейки, кстати, все прозрачные, то есть его можно... вот эти наклейки можно взять и на обычное лего, наклеить на любые формы и добавить лего такой стиль Майнкрафт. Собирал я, ничего не выдумывал, собирал вот по... который здесь инструкция написана. Вот так и собрал. Не до конца я наклеил наклейки, но наклейки оставлю себе, лучше в каких-нибудь наборах лего использовать. Прикольно получается, прикольно. Но опять же, мне кажется, что как-то они плохо держатся. Вот эти штучки на браслете. В оригинальном Лего намного круче держатся вот эти дотсики на самом браслете. И давайте примерим его. А, я не смогу его примерить, он мне мал. Ну, в целом, вот так это выглядит. Смотрите. Вот так выглядит Лего Майнкрафт на браслет. Я не знаю, у оригинала Лего есть вот такие браслеты именно Майнкрафт? По-моему, нету. Так что в коллекцию вроде как пригодится. И даже запасные детали остались. Раз, два, три, четыре. Вот 5 дотсинок вам в коллекцию остается. Неплохо было, слушайте, неплохо. Я не помню, за сколько я это купил, тоже, по-моему, рублей за 50. Давайте следующий. Следующий у нас Пиксель Попс. Это вообще не Лего Майнкрафт, но я подумал, что это очень похоже на Лего Поросеночка. Тем более, стоил он в фамилии 39 рублей. Вы себе представляете, всего-то 39 рублей. И, надеюсь, инструкция будет в наборе, потому что тут все заклеили.
Тут прям очень хорошо все. Кстати, вот смотрите, какие бывают животные в коллекции. Выглядит круто. Мне вот нравится дракончик, кстати. Напоминает, как в Brawl Stars этот дракончик, новый персонаж. Так, открываю. Хоть бы там была инструкция, потому что тут на коробке все заклеено. Да, вроде как есть. Слушайте. Слушайте, да тут очень много всего. Что? А-а-а, это не Лего, это нужно клеить. Нет. No. Это надо клеить при помощи вот это. Это же надолго. Что? То есть у нас получится мягенький поросенок из клея. Ага. Ага. Цветочек как сделать. Потом как голову сделать. Ой, не, ребят, я это делать не хочу, извините. Но это будет очень долго. Это прям очень долго. Я просто не знал, что тут даже делается этот отмостка ему. Смотрите, как получается. То есть природу даже можно сделать. Ничего себе. Не, пожалуй, я пас. Вот, кстати, цветочек как сделать. Видите, тут нарисовано. Это что такое? А, это как это сделать зелень. То есть это будет очень маленькое-маленькое. Я думал, это будет большое что-то, а это малюсенькое. Вот он пинцет в наборе вот этот как раз-таки. И какие-то кубики, чтобы ставить, рисовать. Странно. И вся коллекция вот этого пикселя. Кто делал такие штуки? Как вам? Мне кажется, это слишком сложно. На это надо снимать полноценный обзор отдельно, чтобы долго-долго это делать. Может быть, я Валюше на канал. У моей жены есть канал Валюша Милая, там она делает подделки. Может быть, ей отдам. Но у меня желание вот это все делать. Посмотрите, сколько там их. Вот этих пипок. И они прям реально микроскопические. То есть это такие с липким слоем, такие поролоновые бумажки, которые надо клеить друг на друга и делать... О, не! Не, спасите меня, спасите! Я лучше Лего буду собирать. Такого я делать не хочу. Все убираю, убираю обратно. Так. Я думаю, просто даже лайков вы не наберете достаточно, чтобы снимать продолжение про это. Не, если соберете, я соберу эту штуку, если будет много лайков. Но пока что прям это очень сложно. Я думал, это будет прям Лего, а это, оказывается, надо клеить. О, давайте лучше откроем Крипера. Посмотрите, какой красавчик. Это в детском мире была распродажа на Майнкрафт. Там было много всяких игрушек по распродаже. Я такой думаю, о, почему бы не взять? Почему бы не взять? И... Здесь мы получаем... А что это такое? Это камень или что это такое? Что это? Это сердечко или камень? Кто знает? Не знаю. Так, сам наш зомбарь. Крипер-паук какой-то. А почему он паук? Смотрите. У него ножки. Не, выглядит прикольно. У него ножки, у него также крутится голова. То есть можно крутить ему голову как угодно. Она даже немножко наклоняется. Наверное, она даже снимается с него. Не, боюсь, сломаю. Мне кажется, как будто бы ему доспехи можно одевать. Видите, его можно приподнять голову. Прям как у Лего Данжетс, которые фигурки взаимодействуют с доспехами. Так, ну и вот качество почему-то, кстати, как будто это подделка. Смотрите, хотя это в детском мире я покупал. Какие-то заусенцы. И вот такой крипер-паук. Он может лежать полностью в шпагате. Можно ему сделать ножки по-разному. Типа вот он бежит, типа такой, знаете, ноги задние не успевают за передними. Выглядит классно, но опять же, куда ему ставить вот эту штуку? Вот эта штука, наверное, все-таки для фигурок, для других. Потому что ему вставить ее некуда. Ладно, пускай стоит. О, вот здесь. Вот здесь он будет тусить. И по традиции Майнкрафт положили нам сундучок. Ну, блок. Это не сундук, это блок с динамитом. Давайте мы его соберем. Знаешь, моя душа рваная... Вся к тебе. О, собирается это не очень-то и просто. Чик, раз собрали. И два собрали. Вот тебе Майнкрафт блок с динамитом. Будьте с ним аккуратно. Очень надо аккуратно собирать этот блок, потому что он может рвануть в самый неподходящий момент. Вот, лучше одеть очки, когда вы будете его собирать. О, посмотрите, какой кубик. Кубик ТНТ. ТНТ. О, кубик ТНТ, реклама ТНТ залетела на канале Закупыч. Прикольный кубик, прикольно смотрится. И блок руда. Что это за руда? Опять же, знатоки сейчас в комментариях напишут, что это за руда.
То есть мы собираем вот так ее, потом вот так загибаем и собираем последний шажочек. Чик-чик-чик. Так, собираем сюда и собираем вот сюда. О! Ну, как тебе такое? Ну, нормально, нормально сделан, очень красивушно. Вот, получается у нас вот два вот таких блока и крипер, какой-то паук с ними. Что это за паук, опять же, я не знаю. И последний набор, самый крутецкий набор, это данжен. Вот, тут написано нагрудник лисы, то есть у нас лиса набор. И даже с сундуком, это большой набор. Кстати, в детском мире тоже была распродажа, очень по выгодной цене они продавались. Поэтому нормальная тема. Чик. Итак, вот что мы получаем в наборе. Сундучок. Такие сундучки я уже покупал с доспехами. Это сундук чисто для доспехов сделан. Его можно покупать их отдельно. Типа, бывает, типа, как будто бы сюрприз там внутри. На самом деле, на сайте Детского мира, когда вы заказываете, там написано, что внутри находится. Потом там есть булава Моргенштерн. Сюда можно прям голову Моргенштерна прикрепить и на заставку поставить. Типа, Моргенштерн Майнкрафт. Это зелье. Что это за зелье, опять же, я не знаю. Пишите в комментах, знатоки. Что эта штука делает? Возможно, это водички попить чисто. Наш персонаж. Это не Стив. Это просто фигурка, да? Я не знаю, есть ли имя у этого персонажа. То есть, видите, опять же, голова у него приподнимается, чтобы одеть доспехи, и опускается вниз. Также и руки. Вот именно вот такие фигурки надо покупать, если вы хотите использовать доспехи из новой коллекции. Потому что многие пишут в комментариях, вот у меня фигурка Майнкрафт, а доспехи на нее не налазят. Нужно вот специальные фигурки, вот видите, которые вот так могут щелкать, вот, приподнимать. И сами доспехи лисы. Мне нравится, что они здесь расположены. Не перепутаешь, что куда хранить. Что такое? Вот это непродуманный момент, кстати. Так, одеваем. О, лисеночек получается у нас. Так, теперь наплечники. Наплечники куда деваются? Сюда, наверное. Да, раз наплечник. И да. Что такое? Оп, два наплечника. Нормально. Нормально одеваются. А, ничего себе, они двухсоставные. Труселя. Труселя двухсоставные. А, не труселя, это сюда. Да? Да. Вот, как раз-таки, видите, я его отщелкнул. И поэтому на него, оп, защелкнулись вот эти доспехи. Чик, хоп. Оп. О, вау, слушай, выглядит реально круто. Это, мне кажется, одни из самых лучших доспех, которые только можно купить. И, кстати, обратите внимание, здесь вот эти наножники, они с дырочкой. То есть они идеально войдут в ногу ему, вот, чтобы они не болтались. Чик, видите, идеально. Чик, во, и защелкиваются. Вау, ну круто же. А, наоборот, извините. Извините, наоборот. То, что, типа, коготки должны быть видны. Я-то думаю, что это такое. Я думаю, что это он в грязь встал, что ли. Во, вот такие доспехи лисы. Не, выглядят очень круто. Очень круто. Вот эта фигурка прям топовая. Вот этот набор всем советую по акции. Что-то он там меньше 1000 рублей стоил. Давайте теперь вставим ему его оружие. Вот, Моргенштерна ему вставляю. Чик. Вот так он может теперь драться ходить. Бить всех. И вставляем ему зелье. Это зелье, наверное, хилка, возможно. Типа, если подхилиться надо будет. Во. Я лиса, не бейте меня. А ну-ка, а камушек давайте вставим ему. Камушек как будет. Да, и камушек, вот, вот он с камушком идет. Вот. Вот такие у нас фигурки сегодня были. Ну, вот этот набор с лисой прям всем советую. Это реально очень круто. Очень крутая лиса. И тем более круто, что есть еще в наборе сундук. В сундук можно положить все лишнее. Вот, к примеру. А, смотрите, сюда даже блоки влазят, да? Два блока сюда зайдет. Да, смотрите, сюда идеально два блока заходят, и можно закрыть даже. Очень круто смотрится. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите больше Майнкрафта, то пишите в комментариях, какой Майнкрафт купить. И собираем побольше лайков. Пока!